Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Groove Castle. Как видите, у меня 179 уровень, у меня 37 миллионов голды, у меня вот так прокачан замок, у меня даже открылись дополнительные ячейки. Нужно будет пропать мне еще, скорее всего, лучников. Как вы видите, у меня 39 скиллпоинтов. Так, и остановился я на 600, какой там, на 620 волне. Смотрите, друзья, дальше я не могу пробиться. Ну, я специально ждал этой серии, чтобы на ваших глазах сегодня будем апаться. На 620 волне меня разбирают только в путь. А как я вообще добрался до сюда? Естественно, на автобое. Помните, да? Я покупал штучку за 30 миллионов. Потом мне ребятушки объяснили, как ей пользоваться. Естественно, я ее воткнул и поставил автобой. У меня, по-моему, было 5 часов. И вот за 5 часов я вот столько набил уровней, да, дошел до 620 волны. Так что, подписчик, который писал: «Рэй, а я на 300-й, я тебе хочу обрадовать, я уже на 620-й. Ну что ж, давайте потихоньку будем апаться. Так, зайдем вначале сюда. Как видите, у меня, друзья, многие, как говорится, скиллы прокачаны по максималке. Давай-ка мы, наверное, с тобой крит шанс прапаем по максималочке, да? 20 левел это максимальный здесь. Также, наверное, скорость атаки наших лучников тоже до 20 уровня. У нас 19 скилл-поинтов осталось, да, всего лишь очков. Давай, наверное, вот это вот МП рекавери тоже, да? И остается лишь прокачать кулдаун. Хорошо, но не по фулке, да? Отлично, друзья. В общем, скилл-поинты мы с вами потратили. Теперь мне надо заняться ячейками. Кстати, вы заметили, что я себе поставил всех лучников? Вы просили: «Рэй, поставь всех лучников в одну строку». Ну, как вы помните, да, у меня лучник был. Сейчас он стал мастер лука. Потом у меня снайпер и эльф. Теперь он у меня дарк эльф прокачивал. Я вот эту, ребята, вот этот скилл третий. Потому что именно на нем у них будет совместная усиленная атака на 50% скорости, да? Вот она абсолютно у всех есть. Ага, вот здесь еще нету. Значит, нам нужно прокачать. Кстати, подожди, а почему мы по этой волне пошли? Подожди-ка, сейчас посмотрим, ребята. А мне нужно... А, ну здесь и здесь, и там есть, да, возможность? Хорошо, значит, особо мы ничего не потеряем. Так, ладушки, давай. Вот так вот, прокачали мы, да? Шикарно. Здесь, по-моему, у всех уже все выучено или нет? По-моему, да, по-моему, я все выучил. Да, друзья мои, видите, нету промоушена, поэтому все у нас выучено. И даже у... подожди, у Dark Elf'а нет? Нет, все, все отлично. В общем, у них, ребята, будет совместная атака усиливать скорость стрельбы, я так понял. Так, что у нас тут? Здесь у нас друид, здесь Зевс и чувак, который призывает каменного голема. Также у меня ведьмочки все в одном ряду. Теперь у меня такой вопрос: кого нужно еще нам с вами взять? Кто-то говорил, бери огра. Кто-то говорил, что слингера вот этого взять. Другие говорили, базукамен прокачивать с кем-то в паре, и это будет имба. Драконы будут просто сыпаться. Честно говоря, я не помню, с кем его нужно брать и с кем прокачивать. Но у меня есть... может быть, вот этого взять, орка? Подожди, а он у меня не найден еще. Ха-ха. Понятно, ангел. Слушай, ангела, наверное, нам надо вернуть. Да? Ну-ка, подожди-ка. Мы его... да, мы его можем еще и прокачать. А что у него получается? Дамаг 50% воздушным монстром. Вот оно как. Слушай-ка, давай-ка, наверное, мы возьмем эту девочку к себе. Так, где она у меня? Куда я ее потерял, елки-то палки? Сейчас мы ее вернем в свой отряд. Пускай у нее, правда, еще 51 уровень. Ну, и это ничего страшного, друзья. Это ничего страшного, потому что мы их всех можем, наверное, проапать. Хотя тут опять вопрос. Кого апать? Лучников наших или наших героев? Ладно, в любом случае, пока у нас с вами вернулся ангел на свое место. Давай посмотрим. Тут у нас есть гоблин. Я не знаю, вот он какой-то тут... бросает, видимо, бочку или устанавливает, которая наносит урон. Алхимик, я так понимаю, он превращает... трансформирует двух врагов в жаб. Я так понимаю, да? Или призывает, наоборот, двух жаб. Что-то такое.
Тут есть рога. А рога что делает? Атакует 4 монстра. Ага, 4 монстра. Темный скелет и стоун. Башня скорость атаки башен 50% на 3 секунды. Хрона. А хрона что такое? Игра ускоряется на 10% на 17 секунд. Ничего себе. Ускорение игры, то есть... ну, это прикольно, конечно, но я не знаю. Давай, наверное, мы с вами поставим Элизабет. Что она вообще делает? Кракер, щупальца, да? Ладно, давай я куплю. А что у нее дальше появится? Так, скорость атаки 200%. Это на второй стадии. А здесь крит дамаг тоже 200%. Ну, даже не знаю, друзья мои. В любом случае, можно будет взять эту девочку, да? И посмотреть, что она делает. Так, подожди. Куда у меня опять делся ангел? Ангел, ты давай, не дуркуй. Экипируйся. Давай прокачаем, наверное, мы с вами Элизабет. Ну и посмотрим вообще, как у нас пойдут дальше с вами дела. До какого уровня мы ее прокачаем? Наверное, до полтинничка, да? Пока, на первое время. Вот так вот, шикарно. Так, Элизабет, ты у нас тут. И можно еще немножко ей пропать левел. Не левел, а ранг. Вот так мы сделаем. Пускай будет. Еще остается у нас с вами одна ячейка. И вот тут две. Подожди-ка, слот для героя? С какого вдруг перепуга-то? 690 рублей? Подожди, ну ты же открыл мне просто, что я могу устанавливать. Так, алтари. Ёлки-палки, тут алтари-то целая куча. Алтарь Фалкон. Это что такое? Башенные лучники... атакуют на 30% лучше, да? За 20 секунд. Неплохо. Так, лучики стреляют, атакуют 10% на 20 секунд. Короче, тут все понятно. Какой вот из них лучше поставить? Алтарь хила, это мне не нужно. Алтарь льда, а льда, точнее, это замораживает всех монстров на 30 секунд. Да ладно. Да, на 30 секунд замораживают всех монстров. Нехило. Для этого нужно воркшип 10. Слушай, а я смогу вот это, например, купить? О, отлично. Следующий уровень, чтобы прапать, да, друзья, нужно 15 вот этих вот свитков. Хорошо. Урон я весь дамаг поставил на огонь. То есть я поставил огненный лук, да? Поставил вот эту огненную башню. Кстати, ее нужно немножко прокачать. Вот так, на 50 уровень. А кто у нас... Погоди, это что такое? Эй! Что за бред? Друзья мои, а куда у меня делись ячейки, которые у меня были? Я что-то не то нажал, что ли? Или что? ДК1. А, вот оно. Ёлки-палки, я думал, что здесь... Погоди-ка, как же... А для чего вот этот? Я не врублюсь. ДК-1. Подожди, вот это моя ДК. Наживаю сюда. Подожди, это дополнительно что ли будет? Или как? Друзья, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, вот что это означает. Я переключаюсь на что? Ой-ой-ой-ой. Ага. А, вот оно что. Это дополнительно, друзья мои. Это дополнительно идет опция. То есть огненный замок, да. Замок отравляющий. Электрический замок. И замок льда. Я все прекрасно понял. Ну, сейчас я ничего сделать не смогу, потому что у меня нет элементарно гемов. То есть это идет дополнительная опция. Все, я понял. Возвращаемся к обычной своей. И давай, наверное, будем прокачиваться. Только вот что прокачивать, мне пока неизвестно. Здесь, естественно, я не смогу ничего сделать, да? Потому что мне нужно... А может быть смогу? Ага. Один разок я улучшил. Давай-ка вот сюда посмотрим. Можем мы с вами... Могу. О. Прокачка пошла.
Чё, все? А, кончились у меня, видимо, свитки, друзья. Ну, неплохо, да? 307 тысяч они добывают у меня в час. Это довольно неплохо. По голде. Так, у нас с вами одна ячейка остается, и я хотел прокачать своих лучников все-таки. Давай начнем потихонечку. Потихоньку. Так. Да я. Ну давай так сделаем. По 2 миллиона. Что-нибудь меняется, ребят? Вы что-нибудь видите? Да, я вижу. Ёлки-палки, а это еще что за ячейки появились? Пушка? В плане. Я могу экипировать? Ядрить тебя на корень, друзья мои. У меня танк появился. То есть половина лучников убралась. И теперь у меня здесь танк, что ли? А я могу еще поставить вот этого, да? Паренька. Или не могу? Нет, могу. То есть у меня на выбор. Хотя нет, все, все на месте, друзья мои. Ладно, предположим, вот так у нас будет все с вами. Так, эквип. Даже так? То есть, либо две пушки, либо два лучника вот эти вот, да? Это жесть какая-то. Посмотрим, короче, как это все будет у нас работать в совокупности. Так, прокачиваем дальше лучников, да? Прокачиваем. Все, ребята, у меня уже денег маловато. Нам нужно, наверное, нашего героя, тролля Кинга, прокачать еще капельку, да? Ой, деньги как вода. Вот тебе, друзья мои, 35 миллионов, которые были, улетели в никуда. За какие-то там 5 секунд. Так, барак. А барак у нас тоже улучшается, да? И для этого тоже нужны гемы. Угу. Понял. Давай-ка я просто уровень подниму. Ну что, друзья, посмотрим, смогу ли я справиться на данный момент с 620-й волной, на которой, в принципе, я и остановился. Посмотрим, как это все будет выглядеть. Пока вроде держим обороночку. Пока вроде бы держим. Как видите, у врага уже появилось 3 башни. Ой-ой-ой-ой, потихоньку они как-то меня, друзья, проминают. Ну-ка, давай-ка скиллы применим. Так, я думаю, что шанса нет. Сейчас будет здесь босс. На 620-й волне здесь будет боссяра. Ты смотри, 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 они успевают пройти. И мне это не нравится. Мне это не нравится, что они могут пройти, друзья. Так. Вот он, боссяра. Да, мы его нагнем, друзья. Отлично. Это уже прогресс. Ты посмотри, сколько я зарабатываю за просмотр видоса. 499 тысяч, ты прикинь? Офигеть, у меня уже суммы возросли. Я даже не знаю. Можно, в принципе, было бы глянуть. Кстати, мы с вами не спробовали Элизабет. Да-да-да, я это забыл. Так, ну что, давай посмотрим тогда следующую волну. Да? Давай следующую волну посмотрим. Смотрите, она бомбит с пистолетика, Элизабет. Чун-чун-чун-чун, бомбашит там потихоньку. Ну-ка. Ой-ой-ой, откуда тут столько зомбарей взялся? Это мне не нравится. Так, все хорошо. Манна у нас регенится. Это за счет, по-моему, какого-то из этих стрелков. По-моему, это темный эльф у нас, да? Все это дело мутит. Да, ну, шансов нету у противника. Просто нету. Никуда он тут не сможет пробиться. Отлично. Очень хорошо. А он-то, видите, тоже кастует. Какой-то метеорит отравляющий бросает, да? Там дефенс сделает. Ну, все. 621-я волна у нас пройдена. Что там такое? Да, отлично, друзья мои. Мне нравится. 533 тысячи. Скоро, я думаю, мне будут за просмотр одного видосика предлагать миллион. Так, ну а самое интересное, я хотел посмотреть, сможем ли мы с вами справиться с драконом. Так, подожди, все-таки я в эту ячейку кого-нибудь воткну, с вашего позволения. Я не люблю, когда она просто пустует. Может быть, некроманта нам взять с вами, а? Что такое? А почему максималка? Так, что у него здесь? Вик. Это монстры атакуют на 20% медленнее, я так понимаю, да? На 5 секунд. И защита на 110% снижается. Нехиленько, я тебе скажу. Очень нехиленько. А здесь проклятие у нас идет, да? Защита монстров падает на 132% на 5 секунд.
А тут и атака, и защита. Мне кажется, вот это тут лучший вариантик будет. Угу. Мне кажется, надо вот именно правую ветку качать. Наверное, так мы с вами сделаем. Но у вас еще есть, друзья мои, время, да? Меня немножко подкорректировать в этом плане, чтобы подсказать подсказочку. Ну, а пока, я думаю, мы его возьмем, и никто не будет против. Так, некромант, давай. Экипируем тебя. Наверное, мы тебе маленечко прокачаем еще уровень, а то... Подожди, а... Ага. У него что, 21 уровень это максимальный, что ли? Действительно, у него 21 уровень это максимальный. Странно. Почему так? Ну что, попробуем с вами наказать вот этого дракончика черного. Эх, была не была, друзья мои, попробуем. Получится, как думаешь, или нет? Получится. Смотри, 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 что мы делаем, друзья, смотрите. Мы его сейчас, по-моему, разбомбим. На изи причем. Black Dragon. Адьюс, бомбина. Ты для нас теперь никто. А мы тебя рвем. Вот так вот, друзья мои. Фух. Так, подвесочка нам выпала на огненный дамаг на 9,4%. Хорошо. Слушай, интересно, а сможем ли мы с вами красного дракона забомбить? Вопрос очень интересный. Давай попробуем. Баттл. Наверное, нет, друзья. Что-то как-то... Что-то как-то... Он крепкий. Воу. Успокойся, дракуша. Блин, друзья, что-то как-то... Нет, с красным драконом нам пока еще не совладать. Меня просто катапульты разнесли в хламину сейчас. Причем так быстро. Ладно. Слушай, а что эта пушка-то делает? Я так и не понял. Давай-ка мы зайдем на обычную волну. Я хочу посмотреть, что эта пушка вообще делает. Кто-нибудь видит? Ну-ка, может быть, замедлиться надо? Слушай, друзья, мне почему-то кажется, что нам нужно убрать вот эту вот пушку и поставить обратно наших лучников. Как вам такой варик? Да, скорее всего, я поставлю обратно своих лучников. А вы мне напишите в комментариях, что лучше, вот эта вот пушка или все-таки наши лучнички родные, к которым мы уже практически привыкли. Так, ну ладно, 622 волна, я так понимаю, мы с вами... пройдем, и можно сходить будет на карту, кстати, немножко пошалить, побуянить там. Да? Хоп, хоп. Вот так вот. Вообще, обожаю, когда столько героев кликаешь, и у них там такая нервотрепка начинается. Так, вернуть, как мне... Давай я уберу. Погоди, я хочу убрать. Да ладно тебе, я что, не могу отказаться теперь, что ли? Да быть такого не может. Уйди. Уйди, пушка. Отдай мне моих лучников. Экипировать. Ага. Вот. Вот так вот. Вернули мы своих лукарей. Все. Отлично. Так, я могу их немножечко прапать. Буквально два уровня. Нет, от этого никакого толка не будет. Дай-ка, наверное, вот эту вот огненную башню. Да, тут вот как раз хорошо. Отлично, друзья мои. 61 уровень. Так, теперь, вот это вот, кстати, непонятно, что такое. Максимальный уровень. Что это означает, без понятия, друзья. Так, тут у нас ничего новенького нету. А, вот это можно, кстати, убрать уже. Точно, друзья, это мы убираем и ставим сюда вот такой вот рубинчик. Так, а сюда кольцо. Подожди, а почему у меня снято здесь? Какого вдруг перепуга у меня здесь снято кольцо? А я могу вот так вот сделать? Ха-ха! Прикинь? У нас все 4 кристалла стоит. Вау! Чётенько. Так, 4 кристалла у нас стоит с вами. А, друзья, ну так правильно. У нас же, я только сейчас вспомнил, у нас же раньше здесь было закрыто, да? Нужно было получить 99 уровень. А у меня 179. Кстати, скоро будет 180. Так, давай, наверное, мы с вами заглянем-ка вот сюда. Кто-то мне писал, что какая-то деревушка у тебя, Рэй, говорит, недокачана. А какая вот? Я не могу понять. Вот это, что ли? Да нет. Смотрите-ка, а здесь некоторые деревушки есть со звездочкой. Может быть, вот. Все, я понял, друзья. Спасибо, что поправили. Значит, звездочка где стоит, значит, деревня прокачана полностью.
Ух, вы какие наблюдательные, а? Я бы даже не подумал бы об этом. Ну что, давай потихоньку расширять свои границы. И начну-ка я, пожалуй-ка, соточка. Вот про эту соточку мне кто-то писал в комментариях. Рэй говорит, там есть соточка, которую ты не прошел. Вот, друзья, да, я вижу. И давайте-ка быстренько пробежимся здесь. Они даже здесь вылупиться не успеют. Мы просто их прижучим на начальном экранчике. Вон они там даже появиться не успевают. Ну, а хотелось бы, конечно, посмотреть вот это вот, друзья мои, скилл. Не скилл, пункт, там персонаж, который ускоряет игру на 20 секунд. Аж чуть ли не в 3 раза. Было бы, наверное, прикольно. В общем, друзья, этот сейчас алтарь мы с вами забомбим, да? И надо будет что-то посерьезнее выбрать, мне кажется. Что-то взять посерьезнее, чтобы шла дальнейшая у нас прокачка. Тут даже, видите, даже на башнях никто не стоит. Победа, конечно же, победа. И мы с вами получаем... разрывную стрелу. Неплохо. Разрывная стрела. Ладно, давай посмотрим, что у нас дальше тут есть. Хотелось бы прицениться, примериться. Так, 1400, это, наверное, слишком сильно для нас, да? Ну, давай, например, попробуем 610. Вот здесь вот попробуем бомбануть. Естественно, мы с вами сейчас будем активировать все скиллы. Друзья, тут вообще на изи проходим. Смотри. Все. Этот замок теперь наш отныне, да? И теперь он будет нам приносить с вами денежку. Хорошо. Значит, давай тогда сделаем здесь полностью с вами зачистку, да? Полностью всех забомбим, чтобы все у нас было тут тип-топ. Чтобы казна наша постоянно росла. Потому что денег здесь нужно с каждым разом все больше, больше и больше. Вы сами видели, 35 миллионов вообще ни о чем. Как вода. Не успел на них посмотреть, как они уже закончились. Так, что... А, не хватает голды, друзья, у меня вот день. Ох. Ох ты, елки-палки. Смотрите, у нас новая территория открылась. Так, это что за гаврюша? Вандерер. Пора наказать этого вандерера. Давай, друзья мои, шмаляем, бомбим. Мне даже иногда кажется, что какая-то у нас слишком медленная скорость. Они даже не успевают там ничего сделать. Просто мы их сразу на корню испепеляем. И мне это нравится. Погоди-ка, а вот это что у нас такое, друзья? Погоди, а почему мои лучики... А, мои лучики стреляют, потому что они не успевают даже. Вот тут все сделают наши големы. Круто на самом деле, да, смотри. Это какой-то баф у нас, да? Для лучников именно. Босс не успел даже дойти до замка, мы его разбомбили. А, вот у нас и летающий орк появился с вами. Отлично, отлично, друзья мои. Так, могу открыть? Ух ты, браслет мне достается. А, крит дамаг. Почти 30%. Угу. Могу еще? Нет, но мы можем 25 сундуков, если мы заплатим 339 рублей. 25 сундуков получим. Так, а вот это я могу открыть. Ну-ка, рулеточка. Крутанем тебя. Так, ну почти поллямчика, давай еще. Что нам выпадет? Ага, 6 гемов, отлично. И последний с вами. Крутим. Так, что, 3 гема. Все, друзья мои. Так, вот это колечко нужно кому-то надеть. Давай глянем, кто у нас может с вами кольца-то носить. Да я думаю, что... Ага, может ведьма. Крит-дамаг. Крит-дамаг. Ну давай. Так, она у нас кто? Повелитель скелетов каких? Магов? Нет. Давай мы не на магов повесим, а вот, например, на Зевса. Так, Зевс, ты же можешь кольцо носить? Или не можешь? Экипировать. А, тут выбор. Либо подвеска, либо это, да? Дамаг 7%, а здесь дамаг... А, здесь огненный дамаг. А огненный дамаг ему не нужен. Он у нас электрический паренек, поэтому пускай, наверное, будет вот это вот колечко на нем висеть. А кто у нас с огнем связан? Хм. Кто у нас с вами связан с огнем? Вот здесь вот ничего нету. Можно, в принципе, подвеску надеть. Не надо мне прапывать. Просто повесь эту подвеску. Вот так вот. Так, на эльфе что-нибудь висит или нет? На эльфе нету кольца. Поэтому подвеска вот эта вот
тоже экипируется. Ну что, вот так вот, друзья, это все дело происходит. Фух. Давай дальше посмотрим, что у нас тут пока. Ну, на этой карте можно разгуляться вообще в легкую. Ага, в легкую. Тут еще вон где. Ёпрсоте. Все хочу захватить. Ну, для начала хочу вот здесь максимально. Что я смогу завладеть, то и хочу к себе присоединить. Так, давай, наверное, начнем. Я хочу просто определиться, какой максимальный уровень, да, с которым я пока не смогу справиться. Попробуем здесь. Ну-ка. Мне кажется, тут мы справимся с вами довольно легко. Опс. Давай-давай, бомбим, друзья мои. Так, Зевс, ведьмочки. Блин, а так прикольно было на автобой играть, а? Нажал, они бомбят сами по себе. Без остановки вовремя юзают скиллы. Так приятно было наблюдать за этим. Ну что, как вы понимаете, мы этот замок с вами забомбили. Он в нашем подчинении теперь. Естественно, естественно, будем его улучшать. Так. Хорошо, давай попробуем, где 2000. Справимся или нет? Вот здесь, наверное, будет жестко, мне кажется, друзья. Здесь, наверное, будет жестковато для нас. Но, тем не менее, надо проверить. Ой-ой-ой, сколько у него здоровья. По-моему, друзья, здесь, да, здесь серьезный уже противник. Мы, видите, мне замок просто расписали. То есть, 2000, да, мощей, это для нас еще довольно-таки сильно. Мы с ними справиться не сможем. Понял. Значит, нам нужно где-то около тысячонки. 1000, 1200, 1100. Значит, вот это я все полностью заберу к себе. Вот этот вот полуостров весь заберу к себе. Ну-ка, давай проверим, кого тут вот. Так. Ускоримся. Давай вот так вот. Везде все будет по ускорялочке. Так, нам нужно с вами 20 кристаллов, чтобы повысить некоторых наших бойцов, да, сделать им улучшение. Так что копим. Давай, так, так, так. А? Шикарно бомбим, да, смотрите. Ни единого шанса им на победу не оставляем. Кстати, скоро будет 180 уровень, я уже говорил, это, наверное, минут 15 назад. До сих пор никак не можем получить. Но за эти за вот эти этапы, по ходу дела, опыт нам не идет. Вы видите, да? Не продвигается ни на йоту. Ладно, хорошо. Тем не менее, мы забомбили с вами. Так. Давай, конечно, конечно. Будем развивать. Так. Самая вот эта вот самая первая карта. 8000, ты представляешь, вот здесь удраться? Какой у меня должен быть замок? Сколько у меня должно быть мощей? Так, здесь у нас 9000. Ёпрсоте. А тут-то где мы? Мы с вами тут вообще были же? Я знаю, что были. Мы где-то здесь с вами даже немножко захватывали. Только я почему-то не могу увидеть, где это происходило. Слушай, а вот это... А, это, скорее всего, друзья мои, бесконечная, да, будет битва. То есть пока нас не разбомбят. Давай посмотрим. И... Так, что-то нас, по-моему, как-то тут бомбят. А ну-ка. Орлы мои поднажали. О! Да. Это эпичная битва. Нас потихоньку бомбят. Наша армия по чуть-чуть и замок по чуть-чуть уничтожает. Вы видите, да? Причем с какой-то двойной или тройной прогрессией все это усиливается. Вот прикинь бы, у меня такой был бы замок. Со столько здоровья, чтобы на нем было. Фиг, кто бы меня тогда пробил бы, наверное. Ладно, друзья, понятное дело, что здесь фейл. Ну, сколько продержусь, столько подержусь. Так, сейчас будет нам каёк. Ать, мало здоровья остается. А очень мало здоровья. Сейчас просто продавят. Причем тут обычные какие-то крестьяне выходят с вилами, да, с дубинками, плюс какие-то неотесанные лучники. И я сдулся здесь. Мне за это ничего не дали. Ну, давай просто волну с вами пройдем. Дайте мне хоть получить 180 уровень, пожалуйста. Вот он, левел ап. Погоди-ка, ты какого лешего? Ты пришел на мой замок и наезжает, а? Совсем оборзел, да, Ханорик? Давайте, друзья, бомбим по ним.
никого не подпускаем на пушечный выстрел. Давай расстреливаем. Так. Ну, здесь мы выиграем. 100%, я вам говорю. Босса, я думаю, здесь не будет. Да не должно быть. Давай активируем. Ну что, все, фейл? Нет, все замечательно. Нормуль, друзья, справились. Причем без проблем. Без каких-либо, даже скилл поинт получили 1 очко. Так, улучшаем. А здесь что нужно? Ага, 199 уровень нам нужно получить, чтобы открылось третье вот это вот древо, да? Ой-ой-ой. Так. Ага, вот он тот скилл. Призванные юниты продлевают жизнь на 0,1 секунду. Этого мало, это мало все. Ага, колонисты нам приносят больше голды. Точнее, кулдаун у них проходит быстрее. То есть быстрее они приносят. Но это, я думаю, не важно, да? Вот посмотрим, друзья мои. А сколько нам нужно для того... Блин, не то я хотел, вот. Смотри, чтобы на 10 часов нам взять с вами автобой, нужно заплатить 339 рублей. На 24 часа, да, то есть на сутки 690 рублей. На 100 часов почти 2000. На 200 часов почти 3500. Ну и расценочки, друзья мои. Ну и расценочки, я вам скажу. Вау, хорош. Так, вот здесь что-то есть у нас бесплатно. 20 минут, чего 20 минут? 20 минут... Трехкратное ускорение. Глянем. Ну и как это интересно будет выглядеть. Можно мне посмотреть? Автобой. Так, подожди-ка. Выключен? Не, давай включим. Ну-ка, посмотреть хочу просто, друзья. Как это все примерно будет выглядеть у нас. Так, это сейчас в данный момент на автобое все дело происходит, да? То есть я купил автобой на 20 минут или что? Ладно, сейчас посмотрим, волна у нас это пройдет. И нам покажут, если автобой, то, естественно, будет следующая волна. Если нет, то мы остановимся. Или уже он будет нам эту волну постоянно запускать раз за разом. Кстати, довольно неплохо у нас растет уровень. Вы сами видите, да? 180 уже практически половину 181 набили. Так. Кстати, на 625 волне должен быть босяра. Ну, смотрим, друзья, что тут будет сейчас происходить. Победа. Так. Да, друзья мои, у нас автобой. Слушай, это для меня хорошо, потому что я теперь смогу дальше, как говорится, набивать очки, набивать кристаллы. Дальше мы с вами будем развиваться, но я думаю, что это будет уже в следующей серии. Я же, по-моему, нажал, чтобы автоматически вот это вот использовать. Почему оно не применяется? Интересно. Да, но самое удивительное, что деньги здесь как вода, действительно. Сколько ни дай, все равно будет мало. Вот эта штука тоже мне непонятна. Что же она делает, а? Что же она делает? Ускоряет игру, что ли, или что? Без понятия. Причем она бесконечная. То есть дается навсегда. Пальцешь разок, и она у тебя будет постоянно. Босс? Где босс? Воу-воу-воу-воу-воу. Смотри, какой ханорик в наглую прям пробежал, да, друзья мои? Победушка. Так, давай-ка мы закроем все это дело. И что бы нам еще посмотреть, друзья? Нет. На! Зачем я так сделал? Ладно, давай эту волну пройдем. Друзья, вы, кстати, мне напишите в комментариях, что хотите вы увидеть дальше в этой игре. Потому что я так понимаю, что кроме как прокачиваться, да, становиться сильнее, здесь нечем заняться. Но главное, что сегодня мы с вами смогли забомбить черного дракона. Для меня это уже какой-то прогресс. Кстати, надо будет еще разочек, наверное, сходить на него, да? И немножко его помурыжить капельку. Буквально еще один бой. А вот с красным драконом пока мы справиться не можем. Ну, естественно, наверное, нужно прокачивать лучников, да? Как можно больше, лучше, чтобы они сильнее становились. Естественно, наших героев, которые тоже немаловажную роль играют у нас. Но все, справились мы с этой волной. Естественно, победа. 530 тысяч нам предлагают. Я отказываюсь от этого дела. И вот тут вот тоже непонятно много чего, друзья. Вот этот вот магазин я почему-то не смог получить. Видишь, тут нужен... тут лучники должны быть 300 уровня. Ты что, издеваешься, что ли?
Серьезно, 300 уровня они должны быть? А они какой? Сейчас уровень у меня 348. Так. В чем тогда при... А, все? Поставил, друзья. О, ну тут видишь, тут просто... Угу. Тут можно просто делать для них, ну, такие вот разные скины, так скажем. Ну-ка, сейчас они поменялись, интересно. Вот я сейчас вроде выстрелил. Ну да, друзья, вот и все, что делает тебе магазин костюмов. Вот тут тоже непонятно, 690 рублей. Можно призвать, видимо, еще одного героя. Героя какого? Который будет у нас вот так вот выглядеть? Или который будет здесь бегать? По-моему, еще просто один дополнительный герой. Обычно вот такой вот, да? Будет сюда устанавливаться. Ну, 690 рублей, ну это уж грабеж средь бела дня. Ну что, давай еще разок, наверное, попробуем с вами бомбануть. Смотрите, здесь ранга А нету, а здесь есть уже 5%. Попробуем еще разочек с вами бомбануть этого дракона. Непутевого, никудышного. Да, он такой легкий здесь почему-то. А вот с красным драконом у нас пока ничего не получается. Там бомбит нас, конечно, очень жестко. Здесь сами все прекрасно видите. Хоп, и он сдулся. И мы с вами бьем там сундучок, да, соответственно, выбиваем голду. Ух ты, смотри-ка, дамаг 2,2%. Это, кстати, для магов. А маги у нас кто? Маги это у нас друиды. А ну-ка, давай. Экипируем. Вот так вот, совсем другое дело. Кстати, у ангела... А, меч есть у ангела. Так, а Элизабет... У тебя тоже, кстати, надевается меч, да? 22 голды. Кулдаун 3,9%. Давай. Вот так вот. Промоушен. Сколько там нужно? А, она проапана, да? На 31 уровне нам нужно 20 гемов. Все, я прекрасно понял. Так, друзья, я думаю, что за кадром я, наверное, вот эту вот... Вот эту территорию свою буду расширять. Буду все вот это вот захватывать. Или же пишите в комментариях, будем тогда вместе захватывать это все. Но я думаю, вы устанете смотреть, потому что здесь все будет однотипно. Так что на этом пока будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачки вам!